Кадр с Виктором Шнейдмиллером на фоне строящегося космодрома «Восточный» можно смело назвать уникальным. Он, будучи еще студентом, в составе строительного отряда помогал его возводить. Жил рядом со стройплощадкой и пользовался такой возможностью для создания красивых фотографий. Этот снимок стал лучшим в номинации «Космос» в фотоконкурсе среди сотрудников «Прогресса». Нам повезло, нам и еще четырем отрядам из тысячи студентов, которые там были, мы жили на стартовом столе почти, то есть вот в 50 метрах. Ночью выходишь, смотришь на звезды и на стартовый стол. И, собственно, у нас была возможность фотографироваться, мы это делали. Сотрудники предприятия делают красивые кадры не только на космическую тему. Елена Дубович уникальные возможности для съемки создает сама. Вот уже несколько лет фотографирование – ее хобби. Камера стала ее верным спутником во всех путешествиях. Елена запечатлела парусную регату, номинированную на внесение в Книгу рекордов Гиннесса. В соревновании приняли участие более 1000 юных яхтсменов со всего мира. Это были такие маленькие участники, увлеченные, целеустремленные, борящиеся с непогодой. То есть это был уникальный случай, очень большое количество участников. Всего на конкурс своей работы прислали 102 сотрудника. Победители определяли как и по оценкам профессионального жюри, так и по симпатиям самих сотрудников предприятия через голосование, которые проходили в социальных сетях. Вы не представляете, как это было интересно, когда мы голосовали за эти фотографии, просматривали их, лайкали, обсуждали с друзьями. Это была такая веселая движуха. Мне кажется, это вот удовольствие, которое мы получили от разглядывания всего этого, от знакомства с авторами, мне кажется, это главное позитивное достижение фотоконкурса. Фотографии победителей стали основой выставки, которая расположилась на территории предприятия. Но так как хороших кадров больше, экспозицию будут периодически обновлять. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. We'll be right back.